Когда лето в разгаре, очутиться в ледяной сказке непросто, но возможно. В детской областной библиотеке ребята узнали много нового из истории мороженого. Оказалось, это вкусное лакомство родом из Китая. Именно в Поднебесной впервые начали замораживать соки. Произошло это 3000 лет назад. Рецепт держался под строгим секретом. А сейчас каждый ребенок знает самый простейший способ приготовления этого лакомства. Я сама пробовала делать мороженое. Я делала его из сока. Я сначала наливала сок любой в стаканчик, ставила туда палочку и в морозилку клала. Праздник проходил в игровой увлекательной форме. Дети отгадывали загадки о молочном лакомстве, принимали участие в разнообразных конкурсах, отвечали на замысловатые вопросы, связанные с мороженым. Вместе с ребятами проводятся веселые эстафеты. Мы делаем свое мороженое, ходим за молоком, покупаем сахар, перемешиваем. То есть ребята отвечают на вопросы викторины и с удовольствием играют. Финал праздника не обманул ожидания детей. В ледяной сказке не обошлось без вкусного лакомства. Хотя никто не предполагал, что библиотеки выдают не только книги, но и угощают мороженым. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.